Перед тем, как вы узнаете дату выхода новой серии всеми полюбившегося турецкого сериала «Кольцо», хотелось бы рассказать вам немного о ней. Чагатай понял, что на месте его отца другой человек, Хюмейра, который некоторое время контролировала Джингиза, и, естественно, Каан находится в большой опасности. Бахар еще раз напоминает Каану, что в конце концов тот должен будет передать им Джихангира. А Джихангир старается в первую очередь отправить Ирем в безопасное место. Каан даже не подозревает, что принимают решение относительно него, и его жизнь находится в опасности. Хюмейре приходится сыграть в рискованную игру, чтобы защитить жизнь Каана и самой спастись. Никто не застрахован от смерти. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Кольцо» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 5 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!